Ну, касательно Сноудена, я считаю, что необходимо действовать с принципами международного законодательства. На нас не должно давить, например, политический авторитет Америки. Если человек занимался какой-то правозащитной деятельностью, и у него есть законные основания подавать прошение, например, о статусе беженства еще каком-то Российской Федерации, то необходимо, в общем-то, так и действовать. Например, на Западе достаточно много беженцев из Российской Федерации. Да, и, конечно, нам всем необходимо сохранять хорошие отношения с США, с партнерами по НАТО, с западными странами, но я считаю, что необходимо также и какую-то независимую позицию сохранять.